қала әкімінің. Саламатсыз ба? Құрметті степногорлықтар, қадірлі жерлестер, баршаңызды республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қастерлі тәуелсіздігімізге жол ашты. Сондықтан бұл тарихи құжаттың мән-маңызы зор. Біз былтырдан бастап республика күнін ұлттық мереке ретінде жаңа мазмұнда атап өтудеміз. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев заңға қол қойып 25 қазан республика күні ұлттық мерекесі мәртебесін алды. Осы бастама жұрттың кен қолдауымен ие болып дәстүрге айналды. Республика күні халқымыздың рухын биік көтеріп, елдігімізді нығайтатын, бірлігімізді бекендеп, ынтымағымызды артыратын айшықты мереке. Уважаемые земляки, День Республики связан с исторической датой 25 октября 1990 года, когда Верховным Советом была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. В Декларации впервые были закреплены такие принципы государственности, как целостность, неделимость, неприкосновенность территории, развитие культуры, этносов и их языков, укрепление национальной самобытности. Кроме того, в ней были закреплены все атрибуты реального суверенитета, суверенного Казахстана. Собственная территория и гражданство, самостоятельность и полнота государственной власти, государственный бюджет, самостоятельность в международных отношениях, классические символы государственного суверенитета, герб, флаг, гимн, а также своя национальная валюта. По сути, декларация – это первый в новейшей истории нашей страны нормативный правовой документ, который определил Казахстан как самостоятельное суверенное государство. День Республики – это прежде всего символ жизни в новом формате с гарантией прав и свобод всем гражданам Казахстана вне зависимости от их принадлежности. С момента обретения независимости наш народ продолжил великую историю Казахстана с новыми достижениями и успешными преобразованиями. За короткий срок удалось достичь впечатляющих успехов в построении сильного и процветающего государства. Была создана основа эффективной конкурентоспособной экономики, способная работать на благо всех граждан. Созданы все необходимые правовые и социально-экономические условия для гармоничного и всестороннего развития, сохранения межнационального согласия и формирования гражданского общества. Становление суверенной государственности, внутренней и внешней политики, принятие Конституции и законодательных актов, создание эффективного государственного управления, рыночной экономики, определение собственного курса развития страны. Все эти позитивные изменения – часть истории суверенного Казахстана. Халықаралық қоғамдастықта Қазақстан толерантты, ішкі саясатты жүргізетін ел. Әркімнің күлденген өмір құрға барлық мүмкіндіктері бар. Жыл сайын адами капиталын жақсарту, білім, ғылым, мәдениет, денсаулық сақтау және халықты әлеуметтік қорғауды айқындайтын салаларға мемлекеттің шығыстары өсуде. Наша страна является членом ведущих международных организаций и межгосударственных объединений. За годы независимости Казахстан установил дипломатические отношения со многими государствами мира, председательствовал в авторитетных международных организациях. Сейчас нашу страну знают во всем мире. Мы успешное государство, имеющее свое лицо, свои особенности, свою позицию. Дорогие земляки, конечно, все эти достижения не могли бы осуществиться без вашего прямого участия. Ваш созидательный труд и преданность идеалу процветания и справедливости способствуют достижению результатов во всех областях, от культуры до экономики. Вслед за родителями на предприятие приходят дети, поколения сменяют друг друга на рабочем посту. Так, например, семейная трудовая династия Гончарик, ТО СГХК, трудовая династия шахтеров, семьи Эркебулановых, ТО Казахалдын, которых опыт, навык, мастерство и приверженность производству передается из поколения в поколение и являются примером для современной молодежи. Наши спортсмены, участвуя на различных международных соревнованиях, представляют Казахстан и занимают призовые места. Маякова Анастасия, Каргелинова Альбина, Абузаров Али, Амиршеева Кирке и многие другие. Педагоги региона показывают высокие результаты, как, например, учитель школы гимназии номер 6 Костенова Ршан Майкенова, которая была отмечена благодарственным письмом акима области за добросовестный труд в сфере образования. Усилия каждого степногорца ежедневно преображают наш город, и это видно повсюду. Степногорск қаласы, қаласыда мемлекеттік дамуына бірқатар өз үлесі қосуда. Осылайша өнеркәсіп кәсіпорындары 300 миллиард теңгеге жуық тауар өнімін өндірді. Ақмола облысының
өнеркәсіптік өндірісіндегі Степногорск қаласының үлесі 23.7% құрады. Қала экономикасына 14 миллиард теңге инвестиция салынды. Индустриялық-инновациялық даму шеңберінде ағымдағы жылдың 4-90-ында 130 жұмыс орнын құрап отырып, жалпы құны шамамен 15 миллиард теңгені құрайтын 3 инвестициялық жобаны іске қосуға жоспарлануда. Шағын және орта бизнесте 3900-ге жуық субъект жұмыс істейді. Өткен жылмен салыстырғанда өсім 9% құрады. Бұл негізінен мемлекеттік қолдау шараларының арқасында. 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде 1 миллиард теңге кредиттік портфелі бар 99 жоба субсидияланады. 184 миллион теңгеге 3 жоба кепілдік алды. 16.6 миллион теңгеге 14 адам өз ісін құруға грант алды. 128 адам бастау бизнес кәсіпкерлік негіздеріне оқытылды. Во все уровни бюджета поступил налогов и налоговых платежей на сумму 199,2 миллиарда тенге. В том числе местный бюджет 12,3 миллиарда тенге. Городской бюджет 6,5 миллиарда тенге. В целях обеспечения жильем населения города ведутся работы по строительству 345 квартирных жилых домов. Кроме того, реализуется строительство социальных объектов, дом культуры села Карабулак, физкультура.